Что, ты снимаешь, что ли? Гараж так и не разобран. Мы продвинулись всего лишь на пару метров. Дальше смотрим этот стеллаж импровизированный. Полки сами видите какие. Итак, первая находка. Грузинский чай. Здесь у нас ничего интересного. Болты, винты, помои. Опять грузинский чай, опять болтики. Мусор, о, тройничок. Грамм 200-300 весит. Отлично. Так, интересные погоны. Военные. Мне они не интересны абсолютно. Опа. Так, смотрим. Ребят, смотрите. Судя по всему, это заводская упаковка. И это поршни. 294 написан размер. Кто знает, пишите, от чего. Они явно абсолютно новые. Оставим их. Может, кому-то пригодятся. Что тут, пила какая-то? Ух ты, блин. Ну, короче, жили и конструировали из того, что было. Так, болты, гайки, болты, гайки. Вот тоже инструмент, довольно интересный. Что-то, наверное, им снимать. Ну, я так подозреваю, для обработки дерева. Кто знает, ребят, пишите в комментарии, что это, для чего. Кому надо, вышлю. Ниже лампа, сами видите, такая, блин. Такую лампу освещать. Ребят, чуть убрали для вас. Ух ты. Не зря мы находили тут колпаки от москвича, да? Смотрите. Ух, тяжелая какая. Это, как он, габарит, не габарит. Поворотка, да? Так она, по-моему, стоит. Или так. Нет, вот так. Что-то я замешатель. Вот, опять чермет. Потом скажем, сколько мы собрали с этого гаража чермета. Сколько удалось выручить. Ну вот, классика. Опять чайник полный гвоздей. Откуда раньше у наших дедов столько гвоздей было, я не пойму. Что же они всю жизнь все что-то строили? Так, так, так. Что это такое? В любом случае, они алюминиевые. Болты, 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 болты. Коробка с... Мне опять болты, я поражаюсь. Здесь болты. Медь, металл. Ага. Книга Е. Петров и Ильер. Ильф. Ильф и Петров. Ты что, известный автор? Вот она. Вот такая у меня была ручная. Ручная дрель называется. Горелка. Что за хуйня, блин? Устройство для чего, непонятно, ну. Кто знает, тот знает, можете написать в комментариях, будет любопытно. Тут у нас, это, судя по всему, от холодильника, да? Резать я его не буду, боюсь, откровенно говоря. Так, чермет, чермет, глаз радуется. Каждая такая железочка, она чего-то стоит. Все, ниже там ничего нет, ребят, ничего не интересно. Так, ну что, мы разберем немножко кучу, наверное. Банки я не знаю. Предложу своим знакомым женщинам. Так, что мы сейчас глянем вот здесь. Блин, сколько здесь болтов, а? Смотрите, отстойник стеклянный. 402 вот написано, смотрите. Что, москвичевский, что ли? Походу, это бензонасос москвичевский. Если кому нужен, ребят, пишите. Подарю. О, как эта пила называется, я думаю, все знают. Зубы вроде нормальные. Смотрите, ребят. Провод толстенный. Ну, метров 20, а то и больше, а то и 30. Переноска, видимо, даже для сварки. Течение, наверное, 2,5 точно тут. А вот эта вот вещь хорошая. Что это такое, ребят, кто знает? Довольно интересно, тем более советский. Такого сейчас нет. Кому надо, пишите, там решим. Ящик. Ящик Пандоры. Ну, судя по всему, тут... Да. Ух, нифига, ребят, смотрите. Лупа. Что это такое? Здесь маркировка есть? Смотрите, ребят. Вот это вот интересная штука. Правда, он рассохся конкретно. О, блин, сколько этих книг наперли. Вот они все. Вальтер Скотт. Так, ну я тут думаю, болты, гвоздики. О, нет, шайбочки. О, ну прикольные мелкие, кстати, шайбы.
Сейчас все в магазине пошел, надо тебе 30 штук. Пошел, купил, поставил и все. Так, добираемся до этого приемника. О, офигеть. Все, что от него осталось, сами видите. Включать что-то мне страшно, если честно. Так, смотрим. Лицевая сторона. Ух ты, блин. Нет, куда тут все уже. Финал. Ну нет, все это что? Все, идем дальше. Что тут? Обои, какие обои, вы посмотрите. Ох ты, фактурные они. Как раньше ремонт делали. Раз, раз. Никакой ценности. Так, мешок. С чем-то. Ты-то, блин. Тут, по-моему, моим детям болтов хватит. Книги. Опять болты, книги. Где ящик с деньгами тут? Во, что-то новое. Ух ты, вот они, смотрите. Клапана. Вы тоже уже заскучали от этого, от такого количества металлолома и горелых книг. О, опа. Опа. Мой любимый чермет. У меня у мамы такая еще живая. Между прочим. У нее она была приданным. Паутины, пауков я боюсь. Что там нет, все, мусор. Так, книги. Блин, здесь все сгорело, библиотека стоит. Слушайте, может макулатуру сдать мне, а? 8 рублей килограмм вот этих книг. 10 килограмм уже 80 рублей. Что ты? А, это эти. Ну я понял, что это такое. Так, во, ух ты. Опа! Вот это я понимаю. Вот за это спасибо. Маленькие, тяжелые, ребят. Такие вещи сдавать преступление. Я думаю, советское качество ему в принципе ничего не будет. Офигенные, маленькие, тяжелые. Вот они килограмма 3 весят. Бывают большие тиски такие. Ну, у меня такой верстака такого нет. А эти прям рад. Их даже красить не надо. Просто ВД-шкой побрызгать и все. И они будут служить еще 50 лет. Ни за что никуда не дену. Так, это что такое? Что это такое, ребят? Хрень. Не знаю, что это такое. О, ух ты, это отвертка. Советских времен. Да, здесь вон насадки плоские. Медяха. Отлично. Так, здесь у нас что такое? Болты. Можно через каждое слово говорить болты, и я буду попадать. Болты. Вот, снэк какой. Что за снэк? Может, этот? Ямабур? Ну, явно не ледоруб. Книги. Мропо. Электроподогреватель для аквариума. Во. 21 декабря 88 года. Опа, ух ты. Навьё, парни, налетай. Не знаю ему цену, наверное, он бесценен. Ну, здесь у нас ножовка. Ух ты. Это у нас кошки по столбам лазить. Два ключа хороших, смотрите, какие. Накидные 22-19. Это 24 на 30. Ну, ключи они всегда ключи. А, вот она, вторая кошка. Ага, ну уже набор, да? Ну, если набор, то уже другой разговор. Книги. Болты. Вот автомат. Все, там ничего больше нет. Железо. Так, ящик. Значит, тумбочка вот она. Ну, вот она, вот такая. Ух ты. Так, ребята, это что-то со сваркой связано. ЭД-5500-191-300А. Короче, ну прям новый, видать. Тугой, дельный нету. Сейчас такими, наверное, не работают. Диск сцепления. Вот, корзина, да? От чего? Ух ты. Ключ гаечный. Вот это классная тема. Ох.
Парни, что это такое? Я не знаю, но весит килограмм 4-5. Вот эти с нее, смотрите, вылазит. Кто знает, пишите. Так, тут внизу у нас все смотрим. Помимо книг подгоревших наших любимых, другие мы не читаем. О, амортизатор. Нет, все, там ничего нет. Хлам. Один хлам. О, нифига себе. Сверло. И что же он сверлит? Это станок. Интересная книга. Справочник радиолюбителя. Ну да, у нас тут какой-то... Тут он все пожег, видать. Паял-паял и допаялся. Ух ты, ух ты. Вот это да, бинго. Двойное везение. Блин, ну они вообще прям заржавели. Ну это все фигня, это все отмачивается. Их ванну с уксусом, что ли, я видел прям. Короче, супер. Ну уже два. Ух ты. Смотрите. Там альбом. Судя по всему, с фотографиями. Бархатный такой. Ух ты, нифига себе. Дембельский. Сегодня гражданский, я завтра солдат. Ух, блин, серьезные все такие. Как раньше, да? Ни компьютера, ничего. Вот. Блин, смотрите, как все сделано. Все, мы его, я знаю, кому отдадим. О, это что такое? Грабли такие, что ли? Вот. Интересует коробка. Опять тут труха, этот жук-короед. Резисторы. Что ими делать? Здесь может чернявый цвет, нет в них какой может быть. Там серебро. Целая коробка их. Уходим вдаль. Ух ты, машинка такая. Нифига, смотрите. Это что, бутылка, не бутылка? Ну, тоже раритет. Вот это вот что такое? Кто знает? Никто не знает. Их две тут. А, ну все правильно. Это ручки от Ямабура, от того. Проектор, не проектор. Да, это проектор. Экран от проектора лежит. Вон железка какая-то здоровая. Она вон вниз уходит. Короче, это походу балка. Под движком, который идет. Ну отлично, что? Плюс 30 килограмм. Ящик. Раз, два, оба. Ух ты, смотрите, какой, как плотницкий набор. Державки тут, хоп-хоп. Так, все, чтобы не гремело, ничего. Ну и что им делать? Ничего с ним уже не сделаешь, ребят. Вот это что такое? Вольтметр? Нет. Ну да, похоже, вольтметр. Пара. Девятый фонарь. Ящик. Так, ну здесь что-то интересное. Вроде он ключ, я вижу. Секатор. Еще секатор. О! Это что, ножницы, что ли? Ну вот, обойма гвоздей. О! Латунь, чермет. Походу, алюмишка. Болгарка. Болгария. Вот он. Трансформатор. Что мы видим? Медь. Так, идем по этой стороне. Доберемся до ящиков, наверное. Ящики и эстакаду. Посмотрим яму. О, ёпрос, это противогаз. Смотрите, он настолько сгнил. Резина, кстати, вполне себе. Металл, видите, сдался, а резина хоть бы хны. Еще одна горелка. О, ну пахнет бензином прям. Вообще красота. Скажете, постанова нет? Вот, видите, что это такое? Ничего не придумано, не сыграно. Это у нас супер-пупер тиски. Блин, они должны быть тяжелые. Я их сейчас на бочку на ту подыму. Если подыму... О! Не зря я занимаюсь спортом. Ничем я не занимаюсь. Обманываю. Так, вот они. Ну, весят они килограмм 15 точно. Видите, тоже они вон все ржавые. Здесь проушины у них целые абсолютно.
Ну, идут они, идут с трудом. Вот, смотрите, здесь паутина. Третьи тиски мы нашли. Я, наверное, их подготовлю. И пусть лежат. Что тут написано, непонятно. Ну, явно они не 2000-х годов. Вот они, туда-сюда. У нас на рынке такие продают. Я даже не берусь говорить, за сколько. Не знаю. 1000, 2, 3, 5. Пакет. Пакет что, целый, нет? Пакет целый, Русь. Так. Что это у нас такое? Это у нас трубы. Чермет, не чермет. Да, алюминий, смотрите, риски. На металле так не будет. И не ржавый он. Ну вот алюминий, 100 рублей килограмм. Это ящики, мы их тоже не смотрели. Так же, как и вы. Для нас это все будет впервые. Но он не легкий, я думаю, ничего там нет. Потому что он чересчур легкий. Ну что там? Ага. Ну вот, видим, да? Подставки прикольные, кстати. Так, ладно, ящик тогда я в сторону. Всегда интересно разбирать. Так, сняли мы один ящик. Здесь он открыт. Открываем. Ну, ящики, кстати, более-менее целые. Так, вот он, открыли. О, какие ящики, смотрите. Прикольные. Здесь у нас этот, что ли, тестер. 74-й год. Так, что тут еще, чемоданчик. Тут у нас находятся болты. О, не знаю, что с этим делать. Это не надо. Не, ребят, тут, короче, проигрышный у нас. Это чемодан, ну, кран. Кран латунный. И не один. Пойдет под разбор, короче. Так, ящик номер 3. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну, вот, смотрите, сухо. Что значит сухо? Ладно. Пойдем последовательно. Это, походу, термос. Для первых... или вторых блюд. Опа. Раз. Быстренько его. Хоп. Ух, какой классный термос. Ребят, смотрите, крышка. Резиновый уплотнение. Офигенный. Из нержавейки. Он прям, во, плотно. Раз. Мне кажется, хоть сейчас в поход. Интересная штука. Но меня не он заинтересовал, а вот это вот. Офигеть, смотрите. Лыбеда. Ох. Блин, она алюминиевая, легкая такая. Вот, смотрите, что еще тут есть. И костюм. Опа. Вот это да. Вот это да. Трещотка. Лебедочка. Подтягивает. Классно, у меня такой нету точно. Ух ты, нифига себе. Что это у нас? Медный кабель. Ну, в принципе, с вилкой тем более. Готовая переноска. Ух ты, блин, нифига себе тут половники. Отдам жене. Ну, в принципе, классный ящик. Противогаз, миксер. Лебедка самое главное. Такая лебедка новая, думаю, 1003 сейчас она стоит. Так, грузоподъемность 0,5 тонны. И ракетки. Надо погуглить, куда-то их получится и пристроить. За недорого, а может быть и за дорого. Кто знает их потенциал. Вот. Так, ребят, последний ящик. Номер 1, 2, 3, 4. Что у нас тут? Ух ты, чемодан. Чемодан пустой. Так, самовар. Так, здесь у нас посуда. Убрали мы чемодан с посуды. Ничего там. О. Прикольный кошелек. Денег куры не клюют. Так. Это что такое у нас? Контрабас. Ух ты. Мам дорогая. Тоже хлам. Кому оно не надо? До свидания. Лесенка. О! Нифига себе, ребят, смотрите. Хард-диск. На 40 гигабайт. Макстер какой-то. Попробуем оживить. Может быть, какие-то чертежи секретные. Тут как раз вот камуфляж. Табурет. Ух ты, какой табурет классный. Так, сетка. Кстати, металлическая классная вещь. Очень мелкая. Поэтому сейчас она нынче в цене. Тут тяжелая. Чуть не может быть знак аварийной остановки. Нифига себе. Походу, да. Тяжелый очень, но и большой. Цена
13 рублей 20 копеек. Какая болты, ох ты, он какая проволока прикольная. Так, о, рыбацкая тюрьма. Оп, небольшая прям для скромного улова, ну тоже ничего, пойдет. Так, дамкрат, дамкрат, дамкрат. Вот это вот что за хрень? Походу на канистры похоже. Детали для печи, ребят, вот все тяжелое. Вот решетка тоже тяжелая. Горшок. Ну горшок, горшок, что тут опознавательных знаков нет. Стой, бак. Ух ты! Что это такое? Это печь или что это, горелка? Тут вот сзади бак у него установлен. Ух ты, блин! Типа бур сломанный. Вообще меня радует количество металлического хлама в этом гараже. Приятно удивляет. Так, вот крюки интересные. Так, это у нас, ух ты, приборная панель. Так, это у нас тоже насос, ой, моторчик. Будем закругляться. Потом подснимем уже вам, что мы с этим гаражом сделаем. Ну и скажем примерно, сколько термета получилось собрать. Не, ничего тут больше нет. Мусор. Заканчиваем мы разбор гаража. Дальше будет более подробный разбор, уже показывать не будем. Что найдем, может быть, покажем отдельно. Железочки какие-то. Ну все, до новых встреч. Счастливо. Пишите комментарии, кому, кого заинтересовало. Будем рады критике.